Здравствуйте, дорогие друзья! Рад поприветствовать вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 19 сентября 2022 года, и мы начинаем. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овен рискует оказаться на перепутье, причем выбор правильного пути может быть не таким уж и очевидным. Каким бы ни было решение, оно должно быть взвешенным. Гороскоп советует в этот день не полагаться на интуицию, а проанализировать и просчитать все последствия своего выбора. Впрочем, есть одна подсказка. Если Овен не знает, как поступить, правильный путь обычно встречает меньше всего сопротивления. Не стоит идти на конфликт или пытаться переломить ситуацию силой. В этот день ваш путь должен быть простым и приятным, и не вызывать негативных эмоций ни у вас, ни у вашего окружения. Любовный гороскоп для Овна. Овен в этот день может оказаться во власти воспоминаний о прошлой любви. Сердце защемит от знакомой общей мелодии или взгляде на старое фото. Велик соблазн начать сравнивать бывшего возлюбленного с настоящим, причем не в пользу, к сожалению, в последнего. Овну не следует забывать, что прошлое всплывает перед ними в розовом тумане ностальгии. Все было не совсем так, как кажется сейчас. Гороскоп рекомендует воздержаться от бессмысленной рефлексии и жить этим днем, иначе Овен может сделать больно близкому человеку, и причем зря. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Не исключено, что в этот день Овну в деловых вопросах придется поломать голову над непростой задачей. Жизнь подбросит ему несколько интересных вариантов. А вот остановиться на одном из них Овну будет сложно. Каждая из предложенных возможностей по-своему привлекательна, и в каждой имеются свои недочеты. Что же, раз есть сомнения, то и торопиться с решением тоже не стоит. Гороскоп советует Овну в этот день отложить этот вопрос на какое-то время. Возможно, уже совсем скоро он получит дополнительные факты, которые позволят не совершить ошибки. Телец. Какие-то события могут ввести в этот день тельца в ступор. Ему захочется опустить руки и остановиться на месте. Как говорит великий Альберт Эйнштейн, жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, надо двигаться. Гороскоп советует тельцу переступить через неудачу и сомнения и смело идти только вперед. Если есть ощущение, что ваши усилия бесплодны, переключитесь пока на другой вид деятельности. В этот день для тельца это лучший способ вернуть себе бодрость духа. Любовный гороскоп для тельца. В этот день у тельца может складываться ощущение, что любимый человек играет на его нервишках. Казалось бы, спокойные гармоничные отношения, о которых порой все так любят помечтать, вполне доступны, но не так. Всюду какие-то сложности, необоснованные претензии, попытки выяснять отношения. Тем не менее, все, что надо тельцу в этот день, это немножечко покоя. Согласно гороскопу, главное, что стоит сделать ему в этот день, это отключиться от переживаний. Даже если для этого потребуется донести до любимого человека тот факт, что тельцу в этот день жизненно необходимо спокойствие, тишина и личное пространство. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день телец может беспристрастно посмотреть на себя со стороны и самокритично проанализировать свою деятельность. Каждому из нас время от времени требуется такая работа над ошибками. Может быть, в каких-то вопросах телец проявил халатность, поторопился или принял неверное решение. В этот день надо провести такой анализ вовсе не за тем, чтобы заняться бесполезным самобичеванием и сожалением, а за тем, чтобы извлечь опыт и идти дальше, не допуская подобных ситуаций. В конце концов, не было бы ошибок, не было бы повода совершенствоваться. Близнецы. В этот день главное оружие близнецов – это слово. Помимо красноречия, звезды наделяют их в этот день способностью не только слушать, но и слышать, а потому близнецы легко сумеют уловить скрытые послания собеседника и подобрать правильные слова. Ну а уж будут ли они при этом искренними, дело уже их. Гороскоп подсказывает, если требуется на кого-то поднажать, манипулятор из близнецов в этот день получится просто прекрасный. Любовный гороскоп для близнецов. В этот день у близнецов может появиться тяга к общению с интересами.
интересными людьми, причем искать их они будут среди незнакомцев. Для свободных близнецов это не проблема, а вот для тех, кто связан обязательствами, чревато выяснением отношений со своим партнером. Вообще, этот день настоятельно требует от близнецов ярких ощущений и новизны, а все, что связано с рутиной, способно казаться им скучным и банальным, в том числе и общение со своей второй половинкой о приземленных бытовых проблемах. Гороскоп предупреждает, в этот день, отмахиваясь от любимого человека, близнецы рискуют не заметить, что в отношениях появилась трещина. Чтобы этого не произошло, будьте внимательны к словам и просьбам своего избранника. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецы должны держать открытыми уши и глаза. Возможно, что кто-то из окружающих сообщит им очень важную информацию, которая позволит добиться успеха в рабочих вопросах. Это может быть обрывок разговора, случайно оставленный на столе доклад или другой источник информации, который близнецам ну никак нельзя пропустить. Это их ключ к материальному достатку. Внимательность и аналитические способности близнецов в этот день помогут им не пройти мимо и добыть недостающие сведения буквально из воздуха, так сказать, высосать их из пальца. Рак. Планирование. Планирование и еще раз планирование. Вот девиз рака на этот день. В это время вам отлично удается стратегическое мышление, так что принимайтесь за работу и разработку рабочих и личных проектов. Гороскоп советует поймать свою мечту как бабочку и пригвоздить ее к реальности четким планом реализации. В этот день рак сможет сделать первый шаг на пути к осуществлению заветного желания. Любовный гороскоп для рака. Вполне возможно, что раку в этот день захочется разобраться в своих отношениях с любимым человеком. Он наконец-то получает шанс понять, что беспокоило его в последнее время, и постарается обсудить это с партнером. Гороскоп в этот день наделяет рака деликатностью, поэтому беседа даже на самые острые темы имеет шанс пройти в конструктивном ключе. Если же рак только присматривается к тому, что или кому-то в романтическом плане, звезды советуют ему провести в этот день как можно больше времени с кандидатом. Общение покажет, возможно ли дальнейшие отношения. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день рак может и должен, прошу заметить, приступить к реализации своих далеко идущих планов в сфере карьерного роста и личного благосостояния. Возможно, что до этого дня он только мечтал, не осмеливаясь начать работу в нужном направлении. Но мечты – это только семена будущих поступков, а в этот день пришло время всходов. Звезды подталкивают рака в спину, хватит раскачиваться и строить воздушные замки, надо действовать и двигаться вперед. В конце концов, сделав даже маленький шажок к цели, рак приближается к долгожданному великому успеху. Лев. Гороскоп утверждает, в этот день любая умственная деятельность принесет льву чувство удовлетворения. Если нет вопросов, которые надо срочно решать с помощью логики, займитесь разминкой для ума. Подойдут кроссворды и другие логические задачи. Кроме того, в этот день судьба может дать льву какой-то важный знак. Следует быть начеку, чтобы суметь разглядеть его в гуще событий и правильно расшифровать. Сосредоточиться и внимательно смотреть по сторонам, тогда все получится без особых усилий. Любовный гороскоп для льва. Лев в этот день может столкнуться с лукавством своего избранника. Похоже, любимый человек в каких-то вопросах вводит его за нос. Но не пугайтесь, скорее всего речь идет о невинной шалости или даже о приятном сюрпризе, а не о коварном обмане или уж тем более измене. Однако, все равно будьте начеку. Одинокий лев в этот день рискует обмануться в своих ожиданиях относительно чьего-то расположения к нему. Гороскоп рекомендует льву в этот день не тешиться иллюзиями, а опираться на логику и факты. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день лев должен быть открыт для всего нового. Идей, мыслей, общения с незнакомыми людьми, пусть даже в неформальной обстановке. Звезды приготовят для него перспективное в деловом плане знакомство, которое может помочь ему вывести свой бизнес на новую высоту, найти новую интересную работу или высоко взлететь по карьерной лестнице. В этот день льву не стоит отмахиваться от новых знакомств. В них таится позитивное начало, которое надо разглядеть и использовать по максимуму. Дева. Не исключено, что в этот день деве захочется уйти на второй план, а в идеале спрятаться дома под одеялом.
Гороскоп уверяет, лучше себя не насиловать и залечь на дно, на ту глубину, которую позволяют обстоятельства. При неплохом уровне энергии Дева в этот день не готова расходовать ее вовне, предпочитая пустить весь запас топлива на внутреннюю работу. В этот день Деве полезно задуматься о событиях ее жизни, посмотреть на текущую ситуацию как бы немножечко со стороны, чтобы скорректировать стратегию поведения. Любовный гороскоп для Девы. В этот день Дева может почувствовать легкую тоску по несбывшемуся. Лучше поберечь нервы и не дать ей поглотить себя. Да, любимый человек не увозит Девы на самолете ужинать в Канны. Да, возможно, последний выход в свет был довольно давно, но разве только в этом личное счастье? Согласно гороскопу, Деве стоит запретить себе грустить и вместо этого с удовольствием провести этот день в компании любимого человека. Теплые чувства, близость и поддержка не дадут в этот день Деве уйти в минор, позволив почувствовать себя желанным и защищенным. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева может ощутить себя виновником огромной машины, где ей отведена важная роль, и осознание себя как части единого целого будет ей очень приятно. Даже выполнение однообразных процессов не будет для нее в тягость. Напротив, Дева осознает собственную значимость и оценит личный вклад в общее дело. В этот день Дева находится, что называется, на своем месте, что не сможет не отметить руководство. Весы. Обстоятельства требуют в этот день от весов сохранять спокойствие в любой ситуации, однако выполнить это требование очень сложно. Кровь кипит, эмоции зашкаливают. Поддавшись импульсу, в этот день можно наделать много глупостей, а потому держите себя в руках. Только холодный разум и логика спасут в этот день весы от неоправданных ошибок. Гороскоп советует обдумывать каждое слово и действие. Лучше показаться тормозом, чем сорваться с тормозов. Любовный гороскоп для весов. Мужчина весы в этот день холоден и точен, чем способен свести с ума любую красотку. В роли Джеймса Бонда он неотразим. Женщина весы чуть менее загадочна, но не менее притягательна. В этот день она может быть предельно прямолинейной, способной смело задавать не всегда удобные вопросы, смущая и покоряя представителей противоположного пола. Гороскоп признает, что эта тактика весов обоих полов обещает быть очень успешной. Вы сможете не только добиться своего, но и стать объектом внимания чьих-то восхищенных глаз. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весам особенно удаются дела, требующие точных расчетов и внимания. Так что им смело можно доверить заключение сложного договора. Они не упустят ни одного пунктика, проверив все буквально до запятой, до каждой буквочки проверят все. Или применить их энергию для подготовки отчетов и дальнейших планов наведения порядка в бухгалтерских документах. Весы прекрасно преуспеют в тех делах, подсчитав все затраты и прибыль, и, возможно, попутно отыщут неплохую возможность оптимизации деятельности компании. Главное для весов в этот день не дать себе уснуть за бумажками, тогда они сумеют использовать возможности этого дня по максимуму. Скорпион. Лучшая тактика на этот день для Скорпиона – выжидание. Не торопите события, не лезьте в первые ряды, не бегите впереди паровоза. Гороскоп уверяет, в этот день Скорпион не рискует опоздать, наоборот, поспешность приведет к неправильному выбору. В целом, этот день отлично подходит для принятия взвешенных решений, долгосрочного планирования, обдумывания перспектив развития карьеры, бизнеса и отношений. Скорпиона в этот день отличает логика и способность делать правильные выводы из полученной информации. Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день обстоятельства могут всячески мешать Скорпиону уделить внимание любимому человеку. Это может привести к размолвке со второй половинкой. Скорпиону стоит проявить выдержку и не сорваться. В этот день бесполезно объяснять, что все, что вы делаете ради вас обоих. Постараться дать понять, что вы всегда рядом. Совершенные средства коммуникации в этом помогут. Гороскоп советует Скорпиону не тратить энергию на семейные дрязги. В этот день она нужна совсем для другого. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпиону как никогда необходима внутренняя собранность и внимание. Возможно даже, что рабочий день покажется ему настоящим экзаменом, где каждую минутку требуется быть готовым к точному и правильному ответу. Так что звезды в этот день советуют Скорпиону отодвинуть неуверенность и внутренний страх, хорошо изучить вопрос и разговаривать с окружающими на профессиональном языке. В конце концов, это не ЕГЭ.
ЕГЭ. Можно постоянно держать под рукой шпаргалки, рабочие документы и в нужный момент заглядывать в них, озвучивая факты и цифры. И тогда никто не посмеет усомниться в вашей квалификации. Стрелец. В этот день на горизонте стрельца может появиться человек из прошлого, который станет связующим звеном между ним и какой-то интересной возможностью в будущем. Старый знакомый может порекомендовать вакансию, познакомить с полезным человеком или намекнуть на продолжение прерванного романа. Гороскоп советует не отмахиваться от этого бумеранга, внимательно рассмотрите предложение. Еще один совет на этот день. Стрельцу следует быть осторожнее с информацией, поступающей от малознакомых и непроверенных источников. Истинные события могут сильно отличаться от того, в чем вас будут пытаться убедить. Любовный гороскоп для Стрельца. Стрелец в этот день весьма далек от обыденности. Его будет больше занимать духовная сторона жизни и глобальные вопросы бытия. Даже если любимый человек будет стараться вернуть Стрельца с неба на землю, к бытовым насущным проблемам, так скажем, у него мало шансов переключить его с философско-геополитического настроя. Но, тем не менее, Стрельцу в этот день стоит вспомнить о том, что один из признаков любви – это, конечно же, забота. Уделите любимому человеку время и внимание, и, возможно, после этого он охотно побеседует на любой интересующую вас тему, даже о политике или о судьбах вселенной. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день Стрельцу придется отстаивать свое мнение, ведя долгие разговоры и споры с коллегами. Весьма возможно, что в итоге удастся выработать единый взгляд на волнующий вопрос. Ведь часто именно в спорах и рождается истина. При этом Стрельцу следует держать себя в руках и стараться, чтобы профессиональные разногласия не переходили в банальную перепалку. А при общении с руководством Стрельцу не лишним в этот день было бы вспомнить слова Петра Великого. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство, а потом уже начинать беседу. Козерог. В этот день Козерог будет настроен дружелюбно, но кому-то это может показаться признаком слабости. Гороскоп советует быть начеку. Вполне вероятно, что хорошим настроением Козерога кто-то захочет воспользоваться. Дайте понять, что вы точно знаете, что делаете, чтобы избежать попыток манипулировать вами. Возможно, в этот день Козерогу представится возможность защитить свои интересы. Это отличный день, чтобы презентовать окружающим свои идею или проект, отстоять свою точку зрения или заручиться поддержкой. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день Козерог может почувствовать нарастающее недовольство по отношению ко всем, кто предлагает ему выйти из зоны комфорта. Кому, как не ему, знать, как полезнее входить в эту зону комфорта. К счастью, любимый человек Козерога в этот день сможет разделить его взгляды, что позволит им совместно насладиться спокойствием уютного семейного вечера, без лишних надрывов и нездоровой активности. Согласно гороскопу, максимальную пользу для души в этот день Козерог обеспечит кружка чего-нибудь теплого в руке, близкие люди рядом и отсутствие суеты вокруг. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день звезды советуют Козерогу разделять рабочие и личные отношения и не идти на компромиссы даже под давлением ситуации. Возможно, что кто-то из знакомых настойчиво попросит его об услуге, требующей использования служебного положения, или кому-то из друзей потребуется помощь Козерога как профессионала. Гороскоп рекомендует отвечать в этот день на подобные просьбы твердым отказом. Мухи, как говорится, отдельно, котлеты отдельно, какахи тоже отдельно. Лучше пережить кратковременную обиду, чем нанести существенный вред деловой репутации или многолетней дружбе. Водолей. В этот день кто-то может задеть самолюбие Водолея. Гороскоп не советует проявлять агрессию в ответ. Очень может быть, что вас попросту провоцируют. Лучше гордо встряхните головой и проигнорируйте хама. Впрочем, не исключено, что в этот день Водолей просто мерещатся косые взгляды и двойной смысл в словах. Так что, тем более, не стоит набрасываться на обидчика с кулаками и бить ему морду. Примените методику Скарлетт О'Хара. Подумайте об этом когда-нибудь потом, в другой день. Любовный гороскоп для Водолея. В этот день обстоятельства могут заставить Водолей задуматься о природе любви, о том, на что она может быть похожа и какой она в принципе бывает. Главное для него определиться, какой вариант многоликой любви нужен именно ему. Бывает любовь
тихое и спокойное, похожее на Млечный Путь в небе. Бывает бурное и страстное, как испанская коррида. Каждый подбирает оптимальный вариант чувств под свой темперамент и характер. Вот и для Водолея в этот день, согласно гороскопу, отличное время для того, чтобы подумать и определиться, как должна выглядеть его единственная и неповторимая идеальная любовь. Имея четкое представление об этом, Водолею будет легче простого осознать и понять, и найти, и определить счастливые отношения. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день для Водолея подходящее время для планирования своей карьеры. У него будет возможность правильно оценить дальнейшие перспективы, чтобы решить, оставаться ли на прежнем месте или пора подыскивать новую работу. Возможно, в ходе размышлений Водолей придет к совершенно неожиданным решениям. Ну, к примеру, скажем, осознает необходимость дополнительного обучения, чтобы достичь больших высот. Или наберется смелости, чтобы попросить повышение зарплаты у руководителя. В любом случае, звезды в этот день будут на его стороне, обеспечивая моральную поддержку. Рыбы. В этот день рыбы получат от Вселенной необыкновенную проницательность. От количества увиденных возможностей и путей развития может голова пойти кругом, поэтому гороскоп советует взять все и все идеи на карандаш. Запишите все, что хотите воплотить в жизнь, и набросайте приблизительный планчик, накидайте, так скажем, своих действий. Это очень пригодится, когда умственная активность пойдет на убыль, а рутинные дела и ежедневная суматоха отодвинут новые идеи на второй план. Вообще, в этот день рыбам стоит распланировать свои действия на ближайшие месяцы. Очень скоро вы оцените свою предусмотрительность. Любовный гороскоп для рыб. В этот день рыбам стоит держать ухо востро. Гороскоп подсказывает, что они смогут услышать что-то интересное, напрямую касающееся их сердечных дел. Откуда будет исходить информация, звезды не уточняют. Поэтому рыбам рекомендуется слиться с местностью и постараться не привлекать к себе внимание, превратившись в слух. Коварно, но зато эффективно. Также гороскоп советует рыбам в этот день не уходить от откровенного разговора, если любимый человек его предложит, даже если тема покажется рыбам не слишком приятной. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбам предстоит на один день вернуться на должность подмастерья, даже если они сейчас занимают высокую должность и давным-давно не ощущали себя в роли ученика. В ходе решения какой-то важной задачи рыбы поймут, что им никак не обойтись без профессионального совета со стороны. И тут им придется либо расписаться в собственном бессилии и сорвать сроки, либо забыть про гордость и просить о помощи эксперта. Гороскоп советует рыбам в этот день с благодарностью выслушивать советы и впитывать новые знания. Век живи, век учись, вы же знаете. Ну вот, собственно, и весь прогноз, мои дорогие друзья. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо большое за просмотр, за то, что оставляете приятные комментарии, поддерживаете мой канал. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, удачного дня. И до новых встреч. Пока-пока.